Друзья, всем привет! Я приветствую всех на канале. 25 копеечек попалось. Вот с таким вздутием, наплыв металла. Такой немаленький, что, конечно же, является браком и увеличением цены. То есть будет немножко больше номинала стоить. Около 5 гривен такая монетка. То есть, чем, соответственно, больше такая опухоль, тем интересно для коллекционера. Вот, но это такая немаленькая, скажем, немаленький брак такой, ну, и небольшой. То есть, все равно это считается браком, и уже приятно, что можно монетку отложить и требовать за нее какие-то денежки. Ну, вообще, в 14-й год сегодня очень часто встречается и в полтинниках браки, и в других номиналах, поэтому, ну, вот как-то так. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, задавайте вопросы, комментируйте. С вами, как всегда, Перекупщик.